Маленькие игроки большого спорта. Футбольный клуб «КамАЗ» пополнил свои ряды. 40 новых игроков теперь официально в его составе. В минувшую субботу они прошли посвящение футболисты. По словам спортсменов, они уже готовы сражаться с «Реалом». Откуда такая уверенность и кто побьет королевский клуб, расскажем далее. О новых игроках КамАЗа мало кому известно, хотя они уже одержали несколько побед и не потерпели ни одного поражения. Сплоченная команда. Они даже интервью дают исключительно вместе. Рубином. 6-1 выиграли. А еще с кем? С КамАЗом. С автозаводцами. А кому проигрывали? Никому. С кем бы хотели сыграть? С какой командой? КамАЗ игроков 2003 года рождения официальных встреч еще не проводил. Они начнутся только через 3 года, когда спортсменам исполнится 12 лет. Тем не менее, товарищеские встречи проходят регулярно. По словам тренера, у этой команды есть все шансы стать лучшей в республике в своей возрастной группе. Ближайший турнир нас ждет в Альметьевске. Это турнир на каникулах обычно. Там играют в основном команды из республики. И с ними мы не то чтобы на равных, но и, конечно же, команды, которые мы опережаем. В первом матче юным спортсменам уже в официальном статусе камазовцев пришлось встретиться со своими родителями. Большинство из них, кстати, сами заядлые футболисты. По их словам, несмотря на то, что КамАЗ сейчас переживает не лучшие времена, надежда на возрождение остается. Очень хорошо. У нас здесь старается. Очень даже приятно. Вот друг приехал из Индии. Тоже вместе стоим, обсуждаем, есть поддержка, поэтому надо реализовать такие возможности. Если есть желание, можно себя показать, реализовать. Если эти игроки не потеряют веру в себя, а КамАЗ сможет их удержать, то через 10-11 лет вполне возможно наш клуб вновь сможет претендовать на выход в премьер-лигу. Кирилл Ерофеев, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.